Владимир Хамазов, кончились деньги у советской власти, основная причина. Мне кажется, не в этом дело, просто Запад решил, что этот проект нужно закрывать, поэтому его и закрыли. Так. Закрыли, потому что Советский Союз демонстрировал величайшие успехи в экономике, в военно-промышленном производстве. Значит, да, за счет жизненного уровня населения, ну, который, кстати, не так уж было и плохой к концу Советского Союза. Да, оно стало повышаться, да. Ну, это во многом за счет нефтяных цен, но тем не менее, да. Поэтому он слишком стал опасен. Значит, и в любой момент тот потенциал советский, он мог оказаться не в тех руках, там, в руках местных аборигенов, чего, конечно, никому на Западе было не нужно. Поэтому его развинтили сверху. А там дело не в деньгах абсолютно. Там, какие деньги, бросьте, ерунда все это. Деньги какие-то. Он возьмите, 33-й год. Сталин тупо уморил голодом 7 миллионов населения. Ну и что? В том же году американцы его признали дипломатически. Признание произошло после. И они знали, что был голод. Они знали, что погибли миллионы. Наплевать хотели, признали все. Это уж выгодно.